скажем, что в лагере «Орбита», в отряде, где одни девчонки, легко можно справиться без пацанов. Матч между 5-м и 6-м отрядами не состоится, потому что в 6-м отряде нет футболистов. Как нет футболистов? Если, конечно, не очередь кулиски. Вот мы и доказали, что даже визитку можно показать без пацанов. Когда девочки, девушки, женщины говорят, что без пацанов, парней и мужчин жизнь легка и прекрасна, все это браки. Браки. Итак, уважаемые дети 4-го, парни, 4-го отряда, 5-го и 7-го, ну уж пожалуйста, будет дискотека. Приглашайте девчонок на медленный танец. Договорились? Ну что ж, давайте, девчонки, свое название. Потому что жюри уже готово. Андрюша, а ты согласна, что девчонки лучше? Нет. Нет.